Проблемы международной безопасности в зоне ответственности ОДКБ Владимир Путин сегодня обсудил с президентом Таджикистана. Эмомали Рахмон назвал обстановку в Центральноазиатском регионе напряженной. По его словам, ситуация ухудшается. Есть необходимость поговорить и по двусторонним отношениям, и по ситуации в регионе, которая, безусловно, нас беспокоит. Ситуация ухудшается каждым днем в Афганистане. Практически идут боевые действия на протяженности более 60% границы напротив таджикской стороны, сопротивление стран. Нас это очень настораживает, поэтому хотел бы сегодня при нашей встрече обсудить первый вопрос, именно вопросы обеспечения безопасности региона и ситуации.